когда нас здесь не притесняют. Две секунды, я уже выговорюсь, и вы уже. Никто никогда в этой стране нас не притеснял. Я русская по национальности, у меня Полякова фамилия, мой отец из Питера. Я никогда в своей стране не ощущала никакого притеснения, вы понимаете? Но я украинская, я гражданка Украины, я патриотически настроенная гражданка Украины.